Кинешме появится первый и пока единственный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению. На его организацию из бюджетов разных уровней было выделено около 11 миллионов рублей. Работа центра будет строиться по принципу одного окна. Жители Кинешмы смогут обращаться в МФЦ для оперативного решения самых разных вопросов, получения необходимых справок и подготовки документов. Здесь еще будут впоследствии заключены договора и соглашения с федеральными органами исполнительной власти Ивановской области, в частности, с Ростехинвентаризацией БТИ, Федеральная миграционная служба, Росреестр и Управление социальной защиты населения. Раньше здесь располагалось местное отделение юстиции, сейчас в помещении ведется ремонт. Оформляются сектора ожидания и приема заявителей, окна приема и выдачи документов, помещения для персонала. Налаживается работа телекоммуникационного оборудования. Сейчас основной вопрос – это наладка компьютерной сети для того, чтобы могли функционировать абсолютно разные специалисты из различных уровней власти, те, которые предоставляют здесь государственные муниципальные услуги. Планируется, что ремонт будет полностью закончен уже к концу сентября. А в ближайшее время сотрудники МФЦ смогут принять первого посетителя. Анастасия Николаева, Алексей Галин, РТВ Иваново.